Прянежье, древний, былинный край, земля Веси, где по сей день из уст в уста передаются старинные легенды и былины, край исчезающих деревень, древних преданий, народных обычаев и сказок. Здесь верят в чудеса и хранят память о каждом придорожном кресте, камне, церквушке. Тут живут колдуны и знахари, ведущие тайны предков. Они, словно книгу, читают знаки судьбы, открывают печати сокровенных знаний и мудрости. Кто они? Хранители тайн? Духи, которым так верят здесь, которых слушаются и почитают, боятся и поклоняются. Так повелось издавна, так продолжается и теперь. А природа в Прянежье, почему про нее так много рассказывают, пап? Прянежье – мир отрешенных, странствующих и любопытных искателей. Как драгоценные клады по крупицам, по камешку собираются здесь молитвы, заговоры, песни, плачи, причитания и суеверия. Магия этих мест сильна. Куда бы ни шел путник, остановится, прильнет к неповторимой красоте, очаруется ее величием. Куда бы ни уехал, возвратится назад к этим удивительным, первозданным местам с невероятной силой притяжения. Здесь оживают легенды, и все начинается отсюда. Живописное село, что раскинулось на берегу широкой бухты Онежского озера, Рыбрика, известное своим трудолюбивым народом. Это рыбаки, охотники, передающие из поколения в поколение свои навыки, секреты и умения. Вепские мастера многое могли. Они и печники, и стекольщики, плотники и жестянщики. Но особенно прославилась Рыбрика камнетесным промыслом. Святые камни волшебной силой зарядила, дорогу к ним указала, знаками неприметными выложила. Будете в лесу вепском, по тропинке едва заметно идите. Вдоль нее белыми каплями цветы разбросаны. Человек с добрым сердцем эти цветы увидит, и тогда тропинка его к камню и выведет. Но без нужды ходить туда не надо, только если вопросом неразрешимым мучаетесь или желание есть заветное, только тогда камень поможет. Хозяйка серой скалы указала мастерам-камнедобытчикам место, с которого и начался промысел. В начале 20 века скала, веками маячившая перед взорами жителей вепской деревни, вдруг ожила. Раскрылась, и пошел рыбарецкий камень в дело. Всюду использовали его для городских построек, мостовых, памятников, отделки домов. А там уж и предприятия по добыче габродиабаза открыли. Зажило село, благословясь на подвиги трудовые. Золотой жилой стал тот карьер, где добывают знаменитый карельский камень. Во всей стране знают наш габродиабаз. Процветает рудник, хранят его духи земные, хозяева гор. А столица вепской волости считается древняя, как мир, село Шолтозеро. 5 веков насчитывает этот живой заповедник истории, с кружевными деревянными узорами на ставнях, сохранивший в первозданном виде свою сказочную, древнюю архитектуру. Музей под открытым небом – живая легенда. Околдовано все вокруг магической силой ноидов, духом старины. Звучит завораживающая слух, тихая, как плеск прибрежных волн, замысловатая вязь чудного языка вепсов. Вьются тропинки меж трав и камней, спускаются к озеру, качаются лодки на берегу, утопают в зелени склоны.
Есть тут двухвековой старинный дом, ставший настоящим достоянием села. Но обратимся к легендам, да не к давним, а новым, что сама жизнь нам дарит. Проживал среди прочих людей простой человек, Рюрик Лонин. Родился Рюрик вепсом. Рос, как и другие дети, мужал, взрослел. В делах, в работе быстро катилась жизнь. Но не забывал он о корнях своих. Стихи слагал, сказы записывал. И вот как будто дух какой ему на ухо прошептал. «Оглянись вокруг, Рюрик, некогда больше ждать». Смотрит вепс, а над Шолтозером в белом тумане лодка, а в лодке дева с веслом золотым. Сюэтер деву звали, хранительницу вод речных. Это раньше, когда до Шолтозера только рекой добраться можно было, против течения гребли. Отсюда и название у него такое получилось – Сюэта, что по-вепски означает «грести». А дева на берег выходит, за собой ведет. Идет Рюрик, по сторонам оглядывается. Привела его Сюэтер к старинному двухвековому дому. А Рюрик всю жизнь на великое дело положил. Благодаря ему и был создан уникальный этнографический музей. Гордость Прионежья. Со всех сторон земли нашей стекаются в этот дом люди. Сказка в нем живет. И все о древности говорит. О традициях и быти вепсов. Сядьте! Бурваки! Баку! Бутылки! Кирилла! Пушки! Роменти! Брюшки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Баку, бутылки, Кирилла, пушки, Роленти, брюшки, господин Бегала, Сома Бунгала, Никита Качала, Николай Мачала, Керма Катерино, Фильма Каспирино, Хавупаська, Хавупаська, Керпаська, ну-ну-ну. Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Суксусе, суксусе, ламбахи же тяйже, ниже и маленькие савыки же суксусе, хеклини, хеклини, дяшерву, дяшерву, рикин, рикин, макин, тютер, кайфин, варен, дзинь, дзинь, дзинь. Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Варваки, Баку, бутылки, Кирилла, пушки, Роулинти, брюшки, господин Бегала, Сома Бунгала, Никита Качала, Николай Мачала, Керма Катерино, Керма Каспирино, Хавупаська, Хавупаська, Керупаська, ну-ну-ну. Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! Сядьте, варваки! А еще ходит легенда о чуде белоглазой. Так в древности вепсов называли. В Шолтозеро, говорят, они и живут поныне. А бывает, что и людям покажутся, внезапно появятся и мгновенно исчезнут. Встреч с ними страшатся. Никто не знает, что они предвещают, к добру ли, худу. Закрутила я, заворожила. Обещали реки не разливаться, не бушевать сильно, а дожди и грозы лишь на благо лить будут все лето, чтоб хороший урожай вырос, яблоки наливные поспели, да все, что только в земле родится и воды просит. Подземные реки проснулись, чистые родники забили повсюду, чтоб люди жажду утолить смогли в летний зной. Иногда при полной тишине можно услышать, как звонят колокола в подземных храмах. Только не навсегда ушла чуть. Когда настанет счастливое время, тогда и вернется на землю племя белых людей со всеми добытыми в трудах сокровищами. Старинное село Шокша. Издревле жили здесь мастера-камнетесы, добытчики камня, цвета спелой малины, подаренного хозяйкой скал карельских,
открыла она людям драгоценный клад на рассвете. Шли рыбаки на зорьку утреннюю. Слышат, звон по лесам прокатился, будто упало что-то на камни. А это она алмаз свой на скалу обронила. Покатился алмаз, восходящим солнце сверкая. Огнем загорелись скалы, будто кровью налились. Диву дались рыбаки, стоят, будто онемели. А когда уж совсем расцвело, увидели они чудо. Скала-то так розовая и осталась. С тех пор и добывают здесь малиновый кварцит. Самый редкий камень. Во всем мире такого больше не отыщешь. И Ладва хранит свои предания и легенды. Стоял в центре села Ильинский монастырь, и был он разорен во времена междуцарствия на Руси бродячими шайками. Как только монахи узнали о приближении разбойников, так всю церковную ценную утварь вложили в колокола. Отверстия забили, и колокола опустили в озеро у самого монастыря. А опущенные в воду колокола долгое время, каждый год под Пасху, будто бы звонили в озере, напоминая о себе. А теперь звон прекратился. И только шаманам вепским этот звон слышен. Только они чарами своими и обрядами ворота в другие миры открывают. Славится Ладва и своими памятниками природы. Огромные клюквенные болота, морошковые россыпи – эталон природы Южной Карелии. Село деревянное. Названо так, потому что все постройки в нем, кроме церкви, были деревянными. И здесь тоже живут свои предания. Жили давным-давно в этих местах два крестьянина. Один на месте нынешнего погоста, а другой вверх по реке, где деревня Верховье. Долго жили и ничего друг о друге не знали, пока один из них не увидел плывший по реке веник. Так он и понял, что вверху тоже кто-то живет. А как встретились, так и поселились рядом. А вокруг них и образовалось деревянное. Лежит оно на Онеге озере, и красавица Онега на берег по утрам выходит. Шумят волны, пенится прибой, а она песни поет. Голос как ручеек журчит. А в дымке чайки да утицы на водной глади отдыхают. Рыба плещет, кукушка в лесной дали года отсчитывает. Хорошо-то как! Река, моя реченька, ты течешь. Колыбнешься, ой, да ты дитя, да, моё дитятко, да ты чего сидишь?
века. Моя реченька, ты течешь. Колыбнешься, а на берегу речки Томицы стоит поселок Новая Вилга. Здесь же еще одна река протекает в сторонке у старого поселка Вилга. Несет она свои белые воды на озерный простор. Здесь, под землей, водные залежи. Родники да ключи бьют, а люди скважины бурят. Прозрачную, как слеза, чистую воду хранит Новая Вилга. Кладовая даров природы. Волшебный ковш красавицы Онеги до краев чудесной водой наполнен. Она и жажду утолит, и от болезни избавит. Где плеснет Онега из ковша на землю, болотце встанет. Где прольется по каплям живая влага, там ручей по камням побежит. Голубые незабудки расцветут. Богата природа чудесами. Цветы.
5 сотен лет древнему прионежскому поселку Шуя. Здесь издавна люди разными кустарными промыслами славились. Знали во всем Прионежье шуйских плотников, кузнецов, кружевниц, портных, ткачей. В Шуй и корзины плели, и сани, да тарантасы мастерили знатно, сети вязали. С древних времен село гремело торговыми ярмарками. В Иванов день привозили свои товары крестьяне из окрестных деревень и соседних погостов. И дома здесь стояли большие, добротные, красивые. Однажды жителям поселка Шуя при разборе печи был найден железный меч рейнского типа, двулезвийный с прямой крестовиной. Дорогой, элитный, принадлежность дружинника или знатного купца. Образ меча, как символа мужской доблести, воспет в эпической поэме Калевала, основанной на древних карельских рунах и преданиях. Красивое место, старинное, как легенда. А какие песни здесь поют, заслушаешься. Доченька, так ведь это только самое начало. Глянь, солнце уже садится, а с закатом солнца духи оживают.